Сотрудник кинологической службы задержал грабителей. Инцидент произошел в Ленинском районе Саратова. Во время выполнения дежурства по охране правопорядка инспектор патрулировал улицу Лунная. Получив сообщение о произошедшем неподалеку от него грабеже, инспектор практически сразу задержал двух злоумышленников. По предварительной версии, подозреваемые ограбили малознакомого молодого человека, перед этим избив его. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». По словам самого кинолога, задержать грабителей удалось благодаря его собаке. Именно угроза, так зовут собаку, испугала преступников и не дала возможности им скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Собака оказала психологическое такое давление на задержанных, то есть они, не попытались ни скрыться, ничего, то есть сразу спросили, кусается, не кусается, догонит, не догонит, я сказал, лучше не пробовать,